Всем привет! Это снова Серега Литовец. И вы на канале «Мошенники звонят по телефону». После просмотра видео не пожалейте, поставьте лайк или дизлайк. Также напишите комментарий, просто даже смайлик какой-нибудь. Это помогает продвижению нашего канала. А сегодня у нас Василий вместе с волкособиками будут мошонкам отгрызать ноги, руки, голову, может даже и гениталии. Приятного просмотра. Слушаю. Алло, здравствуйте, меня зовут Богдан, приятно с вами познакомиться. Звоню касательно вашей регистрации в «Газпром Инвестициях», припоминайте такое. А кому вы звоните? Павлович Берия Лаврентий. Лаврентий Павлович, а не Павлович, да, Лаврентий. Всего. Но у меня просто в системе так записано. Извиняюсь, если неправильно как-то сказал. Ага, хорошо. Да, вот. Да, регистрацию просто оставляли, но к торговле так и не перешли. Вы с информацией знакомились? Конечно. Я понял. А что вас не устроило именно в условиях, которые компания предоставляет? Я в этом не разбираюсь. Что, не разбираетесь? Так точно. Смотрите, давайте я вам тогда познакомлю с данной сферой. То есть вы не понимаете, за счет чего на заработок идет? Конечно. Давайте. Смотрите, у нас, к примеру, есть акции компании. Представим того же «Газпрома» на сумму 150 рублей. Как мы его будем касать? Касать как будем? Как что это делать? Касаемо? Касать как будем? Касаемо это как? А что, и не понял вопроса немного. Касаемо это как? Да, я просто вопрос не до конца понимаю. Я же вам о акциях рассказывал. Вы мне сказали касаемо. Касаемо это как? Ну, то есть о акциях. Что надо рассказать, понимаете, да? Про акции, а не косаемо или касаемо. Вы откуда сами, касаемо, товарищ? Вы касаемо откуда, товарищ? Сами. Я из Москвы. Особенно касаемо из Москвы. Понятно. Продолжайте. Да. Продолжайте. А что не понравилось конкретно в этом выражении, можете сказать? Я плохо знаю русский, особенно слово «касаемо». А, то есть это смутило вас, да, на данном этапе? Конечно. Я понял. Алло. Смотрите, давайте акции все-таки расскажу, как и за счет чего на заработок идет. Слушайте, давайте. Да? Давайте. Давайте. Представим, что у нас есть акции компании «Газпрома» на 150 рублей, и мы знаем, что они в завтрашнем дне возрастят до 200 рублей. Возрастят – это как возрастят? Возрастут, да, наверное, неправильно выразился. Так вы подучите русский язык, чтобы хорошо, правильно выражаться. Я не хочу никакого урока. Я хочу, чтобы со мной общались на доступном языке, а не касаемо. А я не на доступном? Недоступно. Я не на доступном? А что за словом «касаемо»? Дайте, можете трубочку специалисту, который может разговаривать нормально. Давайте передам только трубочку. Как его зовут? Алло. Здравствуйте. Кого как зовут? Вы там спрашиваете, как его зовут? Хотел поинтересоваться, как вас зовут. Меня зовут Богдан. А посмотрите в анкете. Павлович Берия. Павлович Берия. Как зовут? Зовут как имя? Ну, что из этого ваше имя, скажите? Имя.
Естественно, Павлович – это отчество. Это мы понимаем, далее. Далее. Вот, вы что, не русский? Берия. Берия – это имя? Что? Вы не знаете имени Лаврентий? Ага, Лаврентий – ваше имя. Вот услышал. Это мне позвонили чучмеки. Какие, которые не знают даже русских, грузинских имен и фамилий. Я просто не понимаю, что из этого ваше имя, что из этого ваша фамилия. Так вы изучите грузинскую культуру, абхазскую. Для чего она мне необходима, скажите? А для чего вы мне тогда звоните? Перед тем, как позвонить, вы должны были подготовиться. Готовы максимально. Только вы, по-моему, пытаетесь... Я не вижу готовности с вашей стороны. Хорошо, вы заявку для чего оставляли? Я хочу инвестировать. Как это, для чего? Нет. Есть реклама на Ютубе. Совершенно верно. Мы звоним по поводу вашей регистрации. Да. Скажите, для вас эта информация актуальна? Да. Хорошо, тогда, может, ознакомимся с ней более детально? Конечно. Хорошо. Скажите, на каком этапе с менеджером вы остановили свой диалог? На нулевом. На нулевом. Хорошо. Давайте тогда начнем с самого начала. Давай. Вас заинтересовало инвестирование конкретно в определенные проекты, такие как «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2», верно? Нет, мне интересен только «Газпром». Угу. Хорошо, смотрите, у нас есть три проекта. Куда мне смотреть? Мы по телефону разговариваем. Куда мне смотреть? Я извиняюсь, я куда звоню? Куда мне смотреть? Вы сказали, смотрите. В окно выйдите, выгляните в окно. Выходить я не буду, у меня высокий этаж. Высокий этаж? Я вас услышал, хорошо. У нас есть три проекта. Это что за менеджер из «Газпрома», который предлагает клиенту выйти в окно и смотреть? Это вообще, что я звоню в психиатрическую больницу и общаюсь с психбольным человеком. Продолжайте. Вот, наверное, я именно туда и попал. Я понял, хорошо, общий язык нашли. Есть три проекта. Это транспортировка газа на Турцию, Южную, Юго-Восточную Европу. Называется «Турецкий поток». Слышали о таком? Продолжайте. Вы мне скажите, вы о таком проекте слышали? Нет. Нет, хорошо. Потом есть «Сила Сибири». Это транспортировка газа на Китай. Об этом что-то знаете? Нет. Китай – это наш стратегический партнер. Совершенно верно. И также есть «Северный поток-2». Об этом слышали? Транспортировка газа на Европу? Нет. Нет. Хорошо, тогда давайте более детально вас с ними ознакомлю, с условиями этих проектов. Давайте начнем с самого большого. Это «Сила Сибири». Смотрите, сумма инвестиций составляет 70 тысяч рублей. Куда смотреть? Чего вы такой тошный? Это представитель «Газпрома» тошнит мне в лицо. Совершенно верно. Смотреть куда мне? Выкиньте слово «паразит» из своей речи. Слово «паразит» смотрите? Да. Хорошо, а чем оно вас так смущает? Куда мне смотреть? При вашем посыле, вот. Смотрите, когда мы общаемся хорошо, по телефону. Ну, чтобы вы эту информацию перед собой вообразили. Не могу я такое... вообразить. Выкиньте это слово в нашем диалоге из своих уст. Хорошо. Давайте продолжим дальше. Давайте.
Я остановился на транспортировке газа на Китай, сила Сибири. Да, Китай это сумма наш стратегический партнер. Да. Сумма инвестиций составляет 70 тысяч рублей. Гарантированные дивиденды составляют 50%, то есть 35 тысяч рублей в месяц. Это как? С одного рубля 1 рубль и 35 тысяч у меня в кармане. Мне это интересно. У вас есть на данный момент 1 рубль, да? Я слушаю вашу рекламу, которую вы мне сейчас льете в уши. Вы, по-моему, просто меня перебиваете на каждом слове. И мне кажется, это максимально незаинтересованный человек в инвестициях. Говорите дальше. Скажите, вам интересно или мне не стоит вести с вами далее диалог? Мне интересно. Я вам уже говорил перед этим. Тогда максимально попрошу вас не перебивать и быть более уважительными. Так вы выражайтесь корректней. Ну, а вы не перебивайте, будьте тоже корректными, хорошо? Посмотрим на ваше поведение. На что вы смотреть будете? На ваше поведение. Я что, отчитываться буду за свое поведение? Или как? Или на что вы смотрите? Ты ответишь за все в итоге. Мы как минимум с вами на «ты» не переходили. А мне пофиг. Рассказывай дальше. Вы сейчас будете рассказывать, что я некорректно с вами общаюсь? Рассказывай дальше о своем проекте. Не рассказывай, а рассказывайте. Я тебя слушаю. И не тебя, а вас. Я тебя слушаю и не могу тебя выдержать. Ты пидорас из Украины. Пытаешься мне лапшу повесить на уши. Поэтому я с тобой так и общаюсь. Я на данный момент слышу от тебя. Менеджер «Газпрома» говорит тебя. И его так легко вывести из себя. Ну и? Ты и шаг, говори. Что икаешь. И. Что такое и? И твоя фамилия. Моя фамилия Берия. Ну да, твоя фамилия. Я вас не расслышал. И твоих детей, понял? Вот это «Газпром Инвест». Из рекламы на Ютубе. Чего притих, придурок? Ну, продолжай. Разговор записывается, и все это будет на Ютубе. Насчет этой рекламы, которая идет «Газпром Инвест Холдинг». И вам еще не один я позвоню с фейковым. Приветом. С фейковым приветом. Дебил, ты хоть узнаешь, кто такой Берия? Ты хоть узнаешь, кто такой Берия? Погугли, придурок. Ну, это ты, мудак. Ты погугли, придурок. Придурок? Придурок. В тебе торчит. Чего ты молчишь? Слушаю твое петушиное пение. Петушиное — это фамилия твоих детей, понял, собака? Это детский лепет.